Всем привет! Предлагаю вам сыграть в школьные выбирашки на удачу. Выбери одну кнопку «Да» или «Нет». Будете ли вы каждый раз выбирать нужную кнопку? Желаю всем удачи! Данное видео создано исключительно в развлекательных целях. Просьба не воспринимать все всерьез. Итак, начнем! Вы бы надели такую школьную форму? Школьную форму, как у Уэнсдей и ее одноклассников. Да, мне нравится. Вы бы хотели учиться в одной школе с этим человеком? Влад А4. Кто согласен с тем, что написал Влад на доске? Повторите эти слова в комментарии. Кобяков Пуська. Вы бы принесли это в школу? Котика. Он очень милый, но ему там не место. Вы бы пошли в школу с таким макияжем? Ну, в школу точно нет. Вы бы посещали эту школу? Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Да, было бы полезно. Вы бы ездили на этом в школу? Крутой школьный автобус. О, да! Напишите в комментарии, какие эмоции вы испытываете в первые учебные дни. Вы бы ели такой обед в школьной столовой? Выглядит вкусно и аккуратно. Вы бы пошли на такую школьную вечеринку? Пенная вечеринка. Это будет весело. Вы бы пошли в школу в этой обуви? В ластах. Ну уж нет. Вы бы хотели, чтобы этот урок был каждый день? Урок физкультуры. Да, спорт – это хорошо. Вы бы поехали в эту школьную экскурсию? Крытый аквапарк. О, да, это будет круто. Вы бы хотели, чтобы он был директором вашей школы? Илон Маск. Вы бы занялись этим спортом после школы? Кёрлингом? Даже не знаю. Наверное, нет. Вы бы сдали экзамен в этом классе? Жуткий заброшенный класс. Нет, я тут точно не сосредоточусь. Вы бы оделись так в школу? Спортивный костюм Adidas. Вы бы делали домашку на этом компьютере? Apple 1 компьютер 1976 года. Вы бы хотели пойти в школу в это время? В 5 утра. Ни за что. Вы бы купили это за 1 миллион долларов? Дневник с пухленьким единорогом. Вы бы смогли делать это на каждом уроке? Правильно отвечать на все вопросы учителя. Вы бы носили свои книги в этом рюкзаке? Цифровой рюкзак с LED-экраном. Вы бы проводили перемены тут? На спортивной площадке. Вы бы носили эти очки в школу? Очки с пятачком. Фу, нет.
вы бы оделись на физрука Кани? В балетный костюм. Думаю, это будет неудобно. Вы бы пошли в школу с такой прической? Как у этого малыша утром? Вы бы записались на этот дополнительный урок? Урок рисования. Вы бы обедали в такой школьной столовой? Шведский стол. О, да! Вы бы сидели за такой партой? Старинная парта. Было бы интересно. Вы бы смогли сделать так же на уроке музыки? Спать? Да, легко. Всем спасибо за участие и лайк. Не забудьте подписаться и посмотреть следующее видео.